привет. А где ты взяла ролики? На базаре. Где? Сегодня. Расскажи, классные ролики? Давай, тест-драйв по роликам. Значит, чтобы купить ролики, надо поехать их купить, да? Это первое задание. Второе задание. Надо выбрать такие, чтобы они были красивые. Ну, подходили под курточку. Сейчас я покажу. Ну, чтобы они были для девочек. Это самое главное. Чтобы не для мальчика. Синие можно купить. И все. Это, да, ну, в общем, стыдно кататься будет. Да. Теперь к роликам оказалось. Еще надо защита. Вот эта вся штука, да, надетая. И теперь, когда это все, короче, надели, надо учиться кататься. А кататься учиться по вот такой штуке, ну, короче, кирпичики, очень тяжело. Но Лиза у нас ничего не боится. Ну, давай, проедься. Ну что, как впечатление? Вообще супер. Ну, тут кататься, как будто по глазке, только тут такие, о, так, нормально. Ну да. А еще надо всегда иметь вот такой парк у себя. Да. Тут вот, чтобы можно было на этих роликах кататься. Дома, скажи, никуда не ему уехать, да? Ну все, скажи, пожелай всем удачи. Да.